Я Инна Терещенко из Украины, Одесская областная группа медиации. Это общественная организация, в которой я работаю. И работая вот в миротворческих проектах там, на Северном Кавказе, я никогда не думала, что этот опыт мне пригодится в Украине. И когда произошел, собственно, как бы начался кризис у нас политический 2013-2014 года в Украине, то, понятно, я и очень немногие мои коллеги пошли в медиацию как бы у нас в стране и вот в связи с войной и кризисом у нас в стране. Но это не спонтанно, это было совершенно естественной реакцией на то, что происходило, как бы на тот уровень политического кризиса, который происходил. И первое желание войти в медиацию или организовывать диалоги, это было еще во время Майдана в 2013-2014 год, и было понятно, что нужен диалог между Майданом, который был в Киеве на тот момент, и восточными и южными районами. Ну, нам тогда вообще не получилось ничего сделать, потому что Майдан очень быстро как бы закончился, и поэтому уже, собственно, как бы вот медиационную диалоговую деятельность я начала делать уже в Одессе, и это было тоже связано с трагическими событиями для Одессы, для моего города, в котором я живу. У нас погибло большое количество людей, это были очень такие трагические события для города, и мне тогда удалось выйти на уровень как бы новых властей, тогда поменялась локальная наша власть, и на уровне города организовать диалоговую площадку.